Боль свою вы делите с друзьями. Вас сейчас утешить норовят, а его последними словами только вы нахмуритесь, бронят. Да и человек ли в самом деле тот, кто вас, придя, околдовал, стал вам близким через 2 недели, месяц с вами прожил и удрал? Вы общались, дорогая, с дрянью, что ж нам толковать о нем сейчас? Дрянь не стоит долгого внимания, тут важнее говорить о вас. Вы его любили, неужели? Ну, полшага, разве это путь? Сколько вы пудов с ним соли съели, как успели в душу заглянуть? Что вы знали, ведали о нем? То, что у него есть губы, руки, комплимент, цветы, по моде брюки, вот и все. Пожалуй, в основном, чтоб там не шептал он вам при встрече, как возможно с гордою душой целоваться на 4-й вечер и в любви признаться на 8-й. Пусть весна, пускай улыбка глаз, но ведь мало, мало 2 недели. Вы б сперва хоть разглядеть успели, что за руки обнимают вас. Говорите, трудно разобраться, если страсть, допустим, что и так. Но ведь должен чем-то отличаться человек от кошек и дворняк. Но ведь чувства тем и хороши, что горят красиво, гордо, смело. Пусть любовь начнется, но не с тела, а с души. Вы слышите, с души. Трудно вам, простите, понимаю. Но сейчас вам некого ругать. Я ведь это не мораль читаю. Вы умны, и вы должны понять, чтоб ценили вас, и это так. Сами цену впредь себе вы знаете. Будьте горделивы, не меняйте. Золото на первый же медяк.